Продолжаем и к другим темам переходим. Один человек погиб и двое пострадали при падении крана на западе Москвы. На месте трагедии работает Лилия Шарафутдинова. Лилия, я тебя приветствую. Так, все подробности у тебя хотим узнать. Как вообще это произошло? Есть ли уже данные о причинах падения крана? Приветствую тебя, Регина. Но к этим минутам известно, ты все верно сказал, что на территории стройки, где обрушился башенный кран, один человек погиб и трое пострадали. Погибший — это крановщик во время того, как вот кран буквально сложился пополам. Крановщик находился на своем рабочем месте в кабине. А вот трое пострадавших, трое мужчин, они во время обрушения башенного крана стояли внизу у грузовой машины. Как рассказывают очевидцы, строители просто вышли на перекур. В это время башенный кран буквально сложился пополам и упал, придавив с собой несколько человек и переднюю часть КамАЗа. Людей, которые получили травмы, их уже, конечно, с места происшествия увезли, им будет оказана медицинская помощь. А вот крановщик, машинист, он до сих пор, мы сейчас вот находится в кабине крана, и прямо сейчас в прямом эфире мы можем наблюдать, как идет операция. Спасатели пытаются опустить в это время кабину, и вот прям буквально минуту назад они поднимались на такой специальной люльке, но, видимо, посмотреть, как там вообще внутри выглядит, пополам все-таки сложенный кран. Уже опустились, но, видимо, сейчас как раз-таки готовятся, какой-то придумывают способ, как его выпрямить и опустить оттуда водителя. Ну вот, и буквально час назад на место происшествия также прибыли сотрудники полиции. И сейчас ведется строительство жилищного комплекса «Мещерский лес», где-то на юге Москвы примерно. Ну вот, по нашим данным, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность», потому что у правоохранителей есть версия, что нижняя часть крана, которая была закреплена, она была закреплена очень плохо, и из четырех креплений вот некоторые были не закреплены вообще. И по этой причине и погибли, и пострадали люди. Ой, Лилия, конечно, ситуация кошмарная. Тебе большое спасибо. Это была моя коллега Лилия Шарафутдинова. Работает она на месте, где из-за падения башенного крана погиб человек.